Мы находимся на улице Ельнинской, рядом метро Молодежная. Полагается конечная остановка автобусных маршрутов. Напротив столовые, где могут обедать водители. Так, вот. Например, вот этого маршрута номер 16, который до Сокола. Так, ну основное направление улицы Ельнинской у нас вот по ту сторону Ярцевской улицы, вот она. Ну мы сейчас решили пройтись в обратную сторону. Ну, в принципе, тут тоже проходит улица Ельнинская. Но тут она вот сужается только лишь, да, по одной полосе в каждую из сторон. Здесь вот раньше пятиэтажечки были. Сейчас на их месте уже вот вырастают такие вот здания. Ну, в принципе, запад, район Кунцево. Довольно престижный район, выше среднего по Москве. Тут все-таки хорошая относительно других мест экология. Много зеленых зон. Ну вот здесь, например, уже начинается территория Москворецкого парка. А дома, кстати, вот эти по улице Ярцевской. Приписаны адреса у них. Ну вот где-то примерно под нами сейчас проходит участок Арбатско-Покровской линии от Молодежной до Крылатского. Ну и собственно, там он где-то в парке располагается вентиляционная шахта московского метрополитена. Да. Вот она.